Центральный магазин «Склад Банди Игрушка» приготовил подарок для своих покупателей. Полноценную подготовку к Новому году он предлагает начать уже в октябре. Сэкономить поможет грандиозная распродажа. Что Банди предлагает положить под новогоднюю елку, узнала наша съемочная группа. Сезон предновогодней суеты открыт. Праздничный ритм задает магазин «Банди Игрушка». За волшебное настроение отвечает новая коллекция елок, украшений и игрушек. Отличное начало для новогоднего шопинга. В наличии у нас есть елки двух производителей. Это российский производитель, разработанные нашими специалистами все эти елки. И есть обширный ассортимент бумажной продукции, наклейки на окна. Есть светящиеся наклейки на окна. Можно украсить дом, будет красиво, светло. Что положить под елку, тоже подскажет Банди. Книга с новогодними сказками или говорящая азбука, развивающая игра или пазлы. Героем увлекательного семейного вечера может стать модель для сборки. Среди стеллажей с огромным ассортиментом военной техники и самолетов можно заблудиться. Выходит очень много новинок ежемесячно. Отгрузки данной продукции идут по всему миру. В том числе вы можете купить у нас. Очень полезные, интересные модели. Дети могут собирать самостоятельно, могут с помощью родителей. При выборе подарков можно не скромничать. Сберечь кошелек поможет Банди Игрушка. Только 3 дня, с 24 по 26 октября, всех покупателей центрального магазина склада ждет скидка 40% на весь ассортимент. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.